Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня очередной тест, я надеюсь, удачный. Я прокачал других героев, вам показывал на вторую эволюцию. И хочу сегодня попробовать их потестировать на прохождении. Так, отлично, ворожай есть. Огник, не знаю, есть ли смысл. Ладно, пусть будет пока Рейка. Вместо Анубиса попробуем мастера рун. Попробовать с ними прохождение следующей волны. Посмотреть, повезет, не повезет, но должны затащить, потому что я уже запарился. В принципе, волна несложная. Единственное, у нас постройки слабенькие. Ну, я думаю, давайте без проблем вот такой вот вариант. Может, вариант Фрей убрать, ну, конечно, не знаю, сейчас посмотрим. Так, ладушек у меня хватает. Дофигища. Отхилы есть. Поехали. Волна АИ. У меня тут самая основная проблема была, то, что у меня разбивают здания очень быстро. Вот, видите, да, что делается. Так, ратушу у нас, смотрю, уже убрали. Но будем пробовать. Мастер рун. Вопрос Фреи. Могут на голдбяк зависать, но с одной стороны это не страшно. Так. Ну. Видите, здание добили. А Е2 это потолок пока что. Мастер рун тоже кайфовая тема. Он обездвиживает, забирает энергию, не дает им включаться. Но я смотрю, надо, наверное, делать вторую эволюцию Анубису. Так, вроде все круто, да, лисица все с воодушками. Но у нас просто тупо разваливают здание Е2, это потолок. Сейчас я, конечно, еще попробую один вариант. Попробую рассредоточить героев, как это я делал на последних волнах. Так, Е2, и что у нас? Кто у нас слился? Лисица слилась. Вот так вот. А Е3 и все. Давайте попробуем расставить их. В принципе, тут прорывы позволяют. Ну, по крайней мере, этим. Ворожей. Либо вариант вернуть сюда огника поставить. Но убирать Фрея тоже неохота. Фрея очень круто дамажит. Вместо мастера рун поставит. Но мастер рун, по идее, тоже должен без проблем держать. Так, а Е1 есть. Пробуем. Так, лисица ушла. Без вариантов. Видите, лисица без подашки вливается на отражалках. Скорее всего. Да, очень. Хотя странно как-то. Ну ладно, сейчас попробуем. А, у нас она вообще ремочная. Думаю, что за фигня? Называется, понавыставлял. Или что-то не так. Так, пробуем еще один заходик. У меня здание. Вот самая большая боль — это все-таки здание. Видите, их разваливают. Чуть не стычки. То есть надо как минимум здание прокачивать. Возможно, вариант еще — это гарнизон. Вот здесь лис получше держался. Возможно, вариант гарнизона. Это спасет меня хотя бы на 1-2 волны. Так, мастер держится, лис держится, этот держится. Ну и, конечно же, было бы круто шестую таблетку, но у меня пока нету молотков столько. Герои, в принципе, вот сейчас не проседают. А И3 дошли, но тут печаль. Дальше.
Да, видите. А Е2, Е3. Герой держится. Мастер рун, в принципе, держится нормально. Сейчас попробуем так пораставлять, пораскидывать. Может, это хоть немножко поможет. Конечно, если был бы Анубис на второй эволюции, в принципе, он бы дамажил очень круто. Тоже, думаю, помогло бы. Попробуем пораскидываем вот так вот, таким вот образом. Может, спасет. Посмотрим. Будем на это надеяться. Так, вроде пораскидывали, поехали. Анубис вот вроде и бьет, и все равно дамага не особо много. Или вариант сюда поставить хранителя, чтобы давал баф. Но не факт. Тогда, чтобы все совпадало, еще надо как оно качать. Ну, а едва. Видите, когда расставили здание, нифига не изменилось. Просто тупо нифига не изменилось. Так, ворожая лисица держит. Мастер он тоже кайфовая тема. Так, держимся, держимся. Да ну нафиг, ну. Вот на них зависают, блин, и они сливаются. Ну, мастер, в принципе, как вариант, смотрится неплохо. А, убирать Анубиса. Фрея, ну, Фрея для добивки нужна. Убрать Анубиса нет, ворожей нужен. Лисица тоже замораживает. А и 3 без вариантов, видите. То есть тут однозначно, наверное, скорее всего, придется нам с вами качать гарнизон. Так, у меня нету свободных этих. Но я не буду тратить, может, в 11 будет что-то повеселей. Без гарнизона, в общем, я так понял, никуда. С одной стороны не хочется, с другой стороны от этого никуда не денешься. Все-таки гарнизон. Блин, 142 требует. Где там, что мы там строим? А, у меня молоточки есть. Так, отлично. Сейчас мы с вами попробуем поставить гарнизон. Может, это спасет. Я в этом очень сомневаюсь. У нас 20 солдатиков нас прям там спасет так. Ну, а вдруг... Такс. Опять я эту дичь сделал. Мы делаем 5. А может и спасет. В общем, попытка не пытка. Так, есть. Попробуем еще один поставить. В принципе, 4 гарнизона это нормальная тема. А, не использовал. Так, нанимаем. Так, ну или... Ну, давайте даже в 3 попробуем. Спасет нас, не спасет. Так, есть. Я думаю, что вряд ли спасет. Кстати, кайфово, после 120 каст квастиков карты начали падать. Очень, кстати, удобно. Так, забираем карты такие, карты на пришествие. Пропуска. Я сейчас стыкую. Весь мой гарнизон зафигачит. Так, нифига себе, магию нам дали, ребята, это победа. Добью уже, чтобы время тикало.
4 квастика. Ну, я стараюсь где-то около 5 квастов в сутки делать. В принципе, плюс-минус. Самики неплохо капают. Даже при том, что я трачу где-то. Да, вот так вот, отлично. Так, ну что, поехали дальше. Будем пробовать. Спасет нас это или не спасет? Я думаю, вряд ли спасет. Ну, хотя, в принципе, как отвлекающий, как у бати, как батя говорит, отвлекающий маневр может получиться. Так, что у нас? А2, не, разница уже видна. Смотрите, у нас даже мы на АИ-3 залетели, АИ-4 практически дошли. Но у нас осталось, конечно же, два здания. Но АИ-4, ребята, это... Это, конечно, должна была быть победа, но нет. Неплохо. АИ-5, то есть, как видите, гарнизон все-таки тащит. Может, еще один? Давайте поставим. Где-то его тут. Да, АИ-5, то есть, это уже говорит о том, что у нас есть хоть какой-то шанс. Он, конечно, такой себе, но гарнизон, как видите, все-таки нужен. Так, наняли всех. Забрали еще. Поехали. Шанс у нас довольно-таки неплохой. Плюс у меня герой с ладушками. Единственное, Анубис. Хотелось бы, конечно, чтобы Анубис посильнее дамажил, но... Что маем, то маем. Посмотрим. У нас плюс мастер забирает энергию довольно-таки неплохо. А И3 в этот раз. Ну, не очень. Ну, а И5 доходили. Это уже радует. Потратим кучу самоцветов. Ничего не сделаешь. Надо пробовать. И2. Мастер, он реально хорош. Мне он реально нравится. Вот смотрите, просто тупо здание выбили. Вот это вот самая моя любимая тема. Это когда ты просто тупо втыкаешь гарнизон. Один раз нанять, и приходится сначала всех перенанимать. Я очень это люблю. Ну, как видите, без гарнизона реально хуже. Разница очень большая. Так, есть. Да, и в принципе, мне гарнизон нужен будет на битву гильдий. Для отвлекающего маневра. Но надо, мне кажется, надо все-таки будет стремиться к 6-й таблетке, чтобы закрыть еще одну зону. Все-таки как-никак это плюс один герой. Это многое будет решать. Так, а есть. Ну, герои, в принципе, живы. Единственная эта проблема – это здание. Здания просто разлетаются. Что бы ты ни делал. Еще вариант это пробовать добывать молотки, молотками в ускоренном режиме делать. В принципе, там экономия должна быть неплохая. Лисица живая. В принципе, по героям вопросов нет. Была живая. Мои три все слились. Конечно, был бы у меня Феникс, либо Космо, было бы, наверное, интереснее. В плане того, что они сразу бы блокировали зону. Тут немножко другое, но в принципе этого тоже неплохо. Хватает. По крайней мере АИ 1-2 и АИ 3 мы уже можем частично проходить. Так, АИ 4. Шанс, конечно, хороший. Так, держимся. Ай-яй-яй, мастера слили. Осталось лисица на одно здание, но это нереально. Это нереально. Тут у нас огник.
и я понимаю, что против Урника надо все равно Урник. Надо таблетка, наверное, скорее всего. Так, давайте еще попробуем. Без таблетки сложновато, но, в принципе, я думаю, если какие есть варианты. Либо Анубиса хорошо качнуть, чтобы он просто тупо стычки сносил. Но это надо, опять же, потратить все. Либо же таблетка, ну, либо же здание, либо все вместе. Но для этого надо дофигища времени. Но, по крайней мере, до АИ-5 мы два раза уже дошли. То есть это уже показатель того, что где-то, если вдруг мне повезет, как обычно, то мы, может, и затащим. Но это не точно. Ну так, вроде Фрейя, смотрите, Фрейя справляется. Мастер тоже забирает энергию. Лис замораживает. Лис тоже кайфовая тема. Но единственное, он бьет то в одну точку, то в другую. А едва все сейчас нас сольет. Без варика. Надо все-таки, наверное, качать. Пробовать качать издание и пробовать открывать шестую таблетку, чтобы еще одна зона перекрывалась огником. Тогда, думаю, будет поинтереснее. С одной стороны, лисица будет дамажить, Фрейя на себе держать. С другой стороны, пробовать. Ну, как вариант. АИ-2. Потому что по-другому я смотрю никак. Ну и надо, конечно же, наверное, гарнизоны докачать. Чтобы больше вместимость, хотя бы как минимум по 50 юнитов была. По-другому никак. Но пока. Пока мы только доходим до 5. Это потолок наш. Вот видите, лисица замораживает совсем другую сторону. 3 и все. Ладно, оставлю еще. Вот такие вот дела, ребят. Попробовали силы. В принципе, я не жалею, что прокачал именно этих героев. Надо единственное еще подкачать здание, потому что, как видите, здесь там хранилище только максимальное, остальное второй, третий левел. И этого, конечно же, мало. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.